Народное творчество в столице Чувашии в октябре состоится межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик». В Доме дружбы народов идут последние приготовления. Ожидается, что в столицу Чувашии приедут более 200 представителей творческих коллективов из национальных республик. Межрегиональный фестиваль уже четвертый по счету. Вроде бы уже опыт наработан, но тем не менее, проводя каждый раз такой фестиваль, мы стараемся, чтобы это мероприятие масштабнее, ярче, краше, интереснее. Вот с этой целью мы сегодня собрались уже очередной раз и прорабатываем нюансы, чтобы ничего не пропустить. Фестиваль познакомит участников и гостей не только с музыкальными традициями разных народов, но и с их ремеслами. Вышивание, изготовление кукол в аутентичных костюмах, создание коллекции украшений. Мастерам декоративно-прикладного творчества есть чем удивить зрителей. Главный символ фестиваля – цветок с семью лепестками, ровно по количеству регионов участников.